Ну, а мы перенесемся на бульвар новаторов, завершился, давай, на старт внимания, готово, где завершился очередной этап благоустройства, что преобразилось в этом уголке города. Увидел наш коллега Илья Шевченко, ну и увидим и мы. Илья, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, коллеги. Ну, я нахожусь буквально в центре бульвара новаторов. В ту сторону находится станция метро Ленинский проспект, в другую метро Проспект Ветеранов. И огромное количество людей каждый день используют этот бульвар, чтобы добираться от метро домой и обратно. Подход комплексный к благоустройству здесь применен. Оно длилось 2 года. Ну, во-первых, конечно, замощены дорожки. Раньше они были частично асфальтированы, но преимущественно насыпными. Неудобно. А теперь замощены. Удобно. Не просто так выбран именно этот узор плитки. Это по замыслу авторов проекта пиксели. Мы ведь на бульваре новаторов. Здесь все просто дышит духом инноваций. Вот пиксели. Кроме того, здесь бульвар новаторов представляет собой не просто транзитную какую-то зону, через которую можно добраться от метро домой и все. Теперь это настоящее общественное пространство, которое включает в себя и детские площадки, и разнообразные дополнительные активности, обустроенные по последнему урбанистическому тренду. Это, и, конечно, и малые архитектурные формы, скамейки круглые, квадратные, из натуральных материалов. Это, например, качели, не просто детские, а большие для взрослых, самые разнообразный набор малых архитектурных форм здесь представлен. Ну и, конечно, озеленение, особенно важная часть бульвара новаторов, старались сохранить как можно больше старых деревьев, взрослых, которые здесь росли очень давно и составляют, пожалуй, главную основу зеленого каркаса этого бульвара. Кроме того, высажено около 40 новых растений, к которым относятся, например, сосны, березы, клены. И это еще не полный список. В общем, благоустройство проведено обширное. Ну и находясь в такой благоустроенной абсолютно точно территории, среди архитектурных форм, естественных цветов, из натуральных материалов, среди деревьев, думаешь, конечно, о природе. В том числе о такой ее составляющей, как погода. О ней поговорим. В Петербурге сейчас плюс 8 градусов. Прохладно достаточно, должен вам сказать. Периодически начинает накрапывать, то начинает, то перестает небольшой дождь. Такая ситуация сохранится до 15:00, периодический дождь. Ну а температура воздуха не изменится в течение дня и останется приблизительно на уровне плюс 8. Также небольшой ветер дует в Петербурге, северо-западный, 5 метров в секунду. Все вместе это создает достаточно промозглую, не совсем приятную, но по-настоящему, конечно, осеннюю погоду. Главный совет, конечно, утепляться, одеваться настолько тепло, насколько это возможно. Ну а я на этом передаю слово студии, коллеги. Теплолюбивый Илья Шевченко продолжил большой утренний эфир на телеканале Санкт-Петербург.